20 век Fox Home Entertainment и компания Saban Entertainment представляют. Фильм Шона Макнамары. Улыбнулся и поняли все, он привидение. Каспер, с тобой мы друзья, друзей обижать нельзя. Каспер и Венди. Он привидение, он первым скажет всем привет. Знакомиться рад чудак, любому Каспер друг. И чтобы не нашел секрет, хранить умеет он. В главных ролях Кэти Мориарти, Шелли Дюваль. Слышишь их ответ? И Терри Гарр. Призрак Каспер, добрый друг, на свете лучше нет. Призрак Каспер, добрый друг, на свете лучше нет. Каспер, добрый призрак, шалун и весельчак. Лишь улыбнулся и поняли все, он привидение. Каспер, с тобой. А также Джордж Хамильтон в роли Десмонда Колдуина. Хилари Дафф в роли Венди. Композитор и дирижер Уди Гарпац. Слышишь их ответ? Призрак Каспер, добрый друг, на свете лучше нет. Призрак Каспер, добрый друг, на свете лучше нет. Каспер, добрый друг. Художник Нава. Оператор Кристиан Себаль. Продюсер Майк Эллиот. Призрак Каспер, добрый друг, на свете лучше. Автор сценария Джим Мейгер. Режиссер-постановщик Шон Макнамара. За пределы поля! Болельщики, вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное? На стадион. Вы видели? А?
камеру мне, дайте, дайте, вот это да! Это же надо, мама мне не поверит! Приветствую вас, земляне. Как проехать в закусочную Роузвелла? Нам бы не мешало подзаправиться. Что это? Что это? Бежим скорей! Бежим отсюда! Помоги, помоги мне! Эй, парень! Я здесь! О, первый удар, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, аут! Плохо тренировался, парень? Призраки настоящие! Призраки! Бежим отсюда! Спокойно, люди, не пугайтесь, пожалуйста. Я Каспер, добродушный. Ребята, мы славно потрудились, пора как следует отдохнуть. Отдохнуть, то есть упокоиться? Нет, в котельоне. Каникулы? Ну да, кто из призраков заслужил их больше, чем мы? Мы четверо, да? Да, конечно, недомерок, ну как же без тебя? Иначе кто же будет тащить наши вещи, а? Очень смешно. Вы позвонили в дом Десмонда Колдуина. Добрый день, я из Международного детского фонда. Мы просим щедрых... Оракул зеркала, явись. Кто звал? Это еще что за тон? Ты раб зеркала, а зеркало принадлежит величайшему магу. Мне. Да, повелитель приказа, я повинуюсь. Значит так, сообщи мне биржевые котировки, погоду и рейтинг колдунов. Изволь, небо голубое, акции Dow Industrials поднялись на 2 пункта. В течение года ты был величайшим из великих, но сегодня тебе есть кого бояться. Вот так. Что? Кто же способен перещеголять Десмонда Колдуила? Венди, маленькая добрая ведьмочка. Добрая ведьма? Такой особи нет в природе. Это да, но мои сведения точны. Если ничего не предпримешь, утратишь свое звание. Ну ведь она еще дитя. Что же в ней такого опасного? Да, еще дитя, но в изгнании она обретет силу благодаря очень странному союзнику. Если ведьмы и духи подружатся, она станет величайшей из великих. Вот так твоя власть кончится. Не надо меня пугать, старая пугала. Скажи лучше, как мне избавиться от этой букашки? С этим средством ничего не сравнится. Смотри. Таинственная бездна.
Люди, ведьмы, бесплотные духи, все гибнут, пройдя через эти врата. Прекрасно. Эй, чудесно выглядишь, Жюль. Взаимно. Отправляйтесь тотчас по этому адресу и доставьте сюда эту пигалицу. Она живет в деревне с тетками. В теткиной глуши? Только чтобы никаких оплошностей. Справитесь или нет? Невелика премудрость. Оно наступало в полдень. Ой, да, он идет. Куда же я ее засунула? О, точно, спасибо. Вот! Я в пижаме! Венди на улице. Не мешай мне. Присмотри за ней. Ладно, ладно. Вечно мне самое трудное. Ты не забыла положить Беладонну? Кстати, о Беладонне. Одну я когда-то знала. Да, точно, Донна. У нее было двое детей. Стало быть, Мадонна, поняла меня? Мадонна! Ну хорошо, молчу. Понюхай зелье. Шш. Я слежу за газетчиком. Что-что? Что? Что-что? Он идет? Кто? Кто? Газетчик идет. И правда, Герт, пойду его поищу. Ну за что мне такое наказание? Сейчас подумаем. Ты изобрела плесень, мучнистую росу, колорадского жука. Привет. Привет. О, вон газетчик! Ладно, пора двигаться. Пора, пора. Спасибо. Любишь гнилые яблоки, а?
Ненормальный, вам лечиться надо! Как вы можете? Из-за вас никто со мной не дружит! Да ну, мне не нравится, как он швыряет нашу газету. Так нужно ему сказать! Поговори с прислугой. Ведьмы никого не слушают. Но... Венди, опомнись и понюхай зелье. Мы же как-никак ведьмы. Мы не объясняем, мы наказываем. Вот так что ли? Больно умная стала. Вы меня за это любите еще больше. Нам ни к чему тебя любить. Мы ведь родня. Нам от тебя не деться. Не волнуйтесь, милые дамы. Мы избавим вас от этой обузы. Пошел вон, а то оставлю от тебя мокрое место. Ого. А мне Десмонд Колдуин сказал, что вы будете только рады. Десмонд Колдуин? Я вам что, логопед? Чего вы заикаетесь? Оставь ее в покое, верзила! За болтливую ведьмочку я получу 500. Это вдвое выше дневной нормы. Один, два, три. Ну-ка, вперед по метлам! Попалась, крошка. Нет, пожалуйста. Ну, что за манеры? Сейчас вы почувствуете себя как дома. Из всех ведьм надо было выбрать одну с чувством юмора. Быстрее пойдем отсюда. Кто-то уже устал болтать? Быстрее собирайте вещи и пошли. Да, скорее уберемся отсюда. Эй, ты! А ну вернись! Да, разбежался! Я ее догоню! Я за тобой! Фу! Ну, девочки, из одной передряги я вас вытащила. Ты? А зачем же им понадобилась Венди? Ее спроси. Я их первый раз вижу. Ты же слышала, их пригласил Десмонд Колдуин. Кто такой? Лучше его не знать. Втравила ты нас в историю. Да, Венди, ты во всем виновата. Низкий тебе поклон. Ух ты, смотрите-ка. Здесь есть все, что я заказывал. Чувствую, как размягчается моя эктоплазма. Да, отдохнем на славу. Они верно думают, что в жизни я был вьючным ослом. Не хнычь, умник. Медовые ковришки. Просто объедение. Только для семьи Брэдшоу. Очень даже неплохой домик. Да, и к тому же пустой. Постойте, ребята, тут уже кто-то есть. Где? Я никого не вижу. А ты? Благодарим за гостеприимство! Вы что, разве так можно? Тебя что-то не устраивает, юный Каспер? Ну так поделись с нами. Да я просто подумал, нельзя ли проявить хоть немного дружелюбия? Мудрый совет, Каспер. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу... Засохни! Хороший человек, забитый человек. Зачем вы пугаете? Потому что они нас напугать не могут. Разве что ведьмы. При чем тут ведьмы?
силы. Проснись и понюхай гроб. Ведьмы — это люди с магической силой. Ступай! Да, ступай. Разбери вещи, постирай белье. Проклятие, ну что за жизнь? Загробная, ничего не поделаешь. Ведьмы! Общий привет, я Ларри Балаболк, общественный деятель Лучезария. Как поживаете? Очень хорошо. А слышали, кто у нас завелся под крышей над самой головой? А, ладно. Эй, Робин Гуд, пора стрелять, уже 2 часа. Нас не преследуют? Нет, как будто все спокойно. Ты уверена, что здесь можно спрятаться? Здесь нас Десмонд ни за что не найдет. Милые дамы, познакомимся. Нет, Ларри спасибо. Легендарный. Но видите, это свалка, это помойка. Здесь так омерзительно солнечно. Куда нас занесло? Смешаемся с толпой, может, пронесет. Староваты вы, чтобы играть в сыщиков и воров. Что-что? Я бы назвала вас легкомысленными, если бы не шляпы. Тризна! Тризна! О, коризна! Стойте! О, мы же прячемся, или вы забыли? Здравствуй, зайчик. Нам бунгало на 4 с 1 лишней комнатой. На случай приема гостей. Очень сожалею, милые дамы, но я только что отдал последнее бунгало той женщине. Что? То есть у вас нет больше складных, сквозняковых, сварливых, свободных номеров? Нет, разве что мадам решит съехать. Нет-нет, не надо, не надо! Ай, пустите! Я передумала, я съезжаю! Мы похожи на козлов? Косильщик, то есть носильщик, отнеси их вещи. Знаете, девочки, а старая корга была права. Мы явно с толпой не смешиваемся. Смена гардероба. Я буду колдовать. Что за наряд? Ты торчишь у всех на виду, как распухший палец. Давайте втащим ее внутрь. Стой, стой! А? Привет, я Джош. Ты, наверное, слышала про меня? Я Венди. Ты давно здесь? С неделю. И как, нравится? Скука смертная. Была до сих пор. Ой! Ну вот что, дорогая племянница, за тобой охотится Десмонд Колдуин. И уж не знаю почему, мы тоже попали в эту карусель. Поэтому уймись, пока мы не выберемся из этого столпотворения. Варенье. А чего мы скрываемся от этого Десмонда? Разве нельзя с ним сразиться? Лучше сразиться с ядерной ракетой. Поверь мне, детка, от этого Десмонда хорошего не жди. Нет, зеркальный мой. Я не дам этой сопливой выскочке меня обставить. Так, расскажи мне об этом блюде. Рубленная говядина, кукуруза и картошка. Смешиваешь их и варишь, пока не будет вкусно. Где вы были? Этот ужин был на официальном завтраке и... Где Венди? Она ускользнула. Отлично. Тогда переходим к плану Б. Mm.
Внимание! Если безмозглые ведьмы прибегнут к высокой магии, этот приборчик их тут же обнаружит. Итак, смотрите. А какая картошка? Предпочтительнее синеглазка. Смотрите! Пахнет так, будто здесь кто-то умер. Я думал, ты не учуешь. Как некрасиво. Спасибо. Вот, держи. Я буду нагружать тебя деликатесами. Обрати внимание, Каспер, пищевой призрачный преступник. Тебе не отрезать сыру к этой вони? Без разговоров, умник, тащи провизию. Ой! Слишком уж тут светло. Да, у меня насморк от этих цветастых обоев. Давайте-ка приведем помещение в ведьминский вид. Ты собираешься помогать, приготовишка? Или так и будешь весь день стучать? Я знаю, как быть. Вы будете колдовать, а я сканировать ваши чары. Поняли? Что-что-что? К вашему сведению, я ищу Десмонда Колдуина в интернете. Возможно, очень возможно, мне удастся разрешить эту загадку. Загляни на мою веб-страницу. Будем заново красить или как? Ну ладно, колдуем все. Колдуем все как одна. Отлично, отлично, бери за стену. Вот так. Теперь сзади. О, великолепно, блестяще. Теперь немножечко вот там. Что это? Что? Смотрите. Да, это они. Записывайте координаты. А, помехи! Стоп! Что? Хватит, я сказала. Боже! Ой! Что? Нет! Нет! Назад! Эй, ты! Назад! Кажется, выплыли. Да, если уже не на дне. А в чем, собственно, дело? От большой магии большие помехи. Думаете, Десмонд нас нашел? В мгновение ока. Отныне, дорогие мои, нам следует соблюдать осторожность. Но я без магии ни шнурков завязать не могу, ни задания по алгебре сделать, ни зубы почистить, ни на металлофоне сыграть. Спокойно. По мелочи колдовать можно. Шутки, шалости, но отказаться от высокой магии. Постойте. Если мы выходим в отставку, то... И она... Еще чего? Больше никаких вентилей, Венди. Но... Без междометий. Ладно, без палочки. Вот. Без палочки ты ноль. Так вот, я думаю, нам надо выйти на разведку. Вдруг Десмонд уже послал сюда своих шпионов. Начнем с пруда. Хорошо. Пруд? Побегу за купальником. Нет, Аленькая, ты шагу отсюда не сделаешь. Да, если Десмонд тебя найдет, то он нас всех превратит в арбузные корки. И никому не доверяй. Мне кажется, меня включили в программу защиты ведьм. Верно мыслишь, Свистушка. Ни шагу! Эй, Пупс, Тянучка, просыпайтесь. Мы закусить принесли. Закусить я мигом. Да, я проголодался. Если можно так выразиться. Вкуснотища! Деликатесы. Видите? Больше не увидите. Дядя Пупс, что с тобой? И верно, ты как раскаленный воздушный шар. А? А-а-а!
загорел. Не переживай, мы тебя отбелим после обеда. А теперь к столу. Стойте, салфеток нет. Любимый племянник, обслужи, пожалуйста. Уже все смолотили. Нет, ну почему? Обертки оставили. Убираем мусор. Вот всегда вы так. Как так? Ну, то есть... не важно. Кажется, мы его обидели. Ну, почему они вечно мной помыкают? Это не каникулы, а не знаю что. Гнусность! Джош! Проиграл. Спасибо за помощь. Привет. Деньги есть? Ну и ладно. Ты теперь моя очередь. Извини. Ты чего такой злой? Смотри, газ приложу. Приложи, притуши. Джош, мне хочется с кем-нибудь поговорить, и я решила... Съешь тебе лазерный удар. Что, может быть, ты бы тоже... Ты что, не видишь? Я же иду на рекорд. Вали отсюда. Вы глупые. Мне даже поговорить не с кем. Мне тоже. Привидение? Не подходи! Слышишь? Не подходи! Да погоди, я тебя не трону. У меня волшебная палочка, и если надо, я пущу ее в ход. Ведьма! Ведьма! Ты по правде ведьма? Да, ну и что? Ничего, я не знал, что бывают такие классные ведьмы. Я классная? Угу. А ты призрак? Мне с детства внушали, что все призраки коварные и злые. Таких большинство, но только не я. Я наоборот, очень добродушная. Мои тетки говорят, не доверяй тому, кого не видишь. Но ты же меня видишь, а я уж тебя точно вижу. А я Венди. Я Каспер. А сидеть можно? Подумаешь, проблема. И ты обладаешь жуткой суперпризрачной силой? Приготовься, сейчас будет страшно. А ты что умеешь? Умеешь показывать фокусы, как Дэвид Копперфильд? Скажешь тоже. Он со мной рядом не стоял. Вот, смотри.
небольшой фокус тебя устроит? Конечно. Здорово. Видно, мои дядюшки заблуждаются насчет ведьм. Выходит, здесь поселились призраки. Да, но не только и умеют, что людей пугать и мною командовать. Кому ты говоришь? Мои тетки меня за человека не считают. Значит, у нас много общего. Угу. Так что, Венди, может, поиграем? Вообще-то, под домашним арестом, но... Повеселимся! Да! Каспер, сюда! There's no time to think about tomorrow. Come what may. I'm too busy having fun today. Wait. We're on a holiday. And we know just what we want. We're on a holiday. And it gives me such a пушечное ядро. Не думай. Это Десмонд. Помогите, я таю. Не выдумывай. Нет, не таю. Кажется, нет. Замечательная погода. Да. Каспер? Да. Ты можешь мне не поверить, но клянусь, сегодня лучший день в моей жизни. Моей тоже. Если не считать того, что жизни у меня нет. Да чего ж несправедливо? У меня нет друзей. Ни одного. А семья считает меня обузой. Я тебя понимаю. Но вдруг явился ты, и я сразу человеком себя почувствовала. Мне положено тебя ненавидеть. Ох, ну и глупость. Ну ведь мы друзья, правда? Венди, друзья мы невдомёк, что я сейчас чувствую. Ой, постой! Если тетки узнают, что я дружу с призраком, они наколдуют, чтобы я не смогла больше с тобой видеться. А мои дядюшки говорят, что уважающий себя призрак не станет водиться с растрепанной беззубой ведьмой. Эй! Прости, и что мы будем делать? Если бы мы собрали их всех вместе, они бы точно поладили. Для этого надо только превратить твоих тетушек в привидения или моих дядюшек в людей. И я знаю, как это сделать. Всем привет! Как дела? Угадайте, который час? Час чистилища! Все мы должны очистить Лучезар до блеска. Я лично собираюсь пойти на рекорд. Я померюсь. С удовольствием.
О, мальчик мой, нельзя ли нам еще немного и побольше? Конечно, девочки, одну секунду. Ты чего-нибудь хочешь? Да, вот этого мальчика. Мальчик мой, не принесешь ли нам еще тех вкусных низкокалорийных баранок? Тащи сюда весь ящик. А мне помассируй вот здесь. А мне еще коктейль. И почини мой стул. Пошевеливайся. Давай, давай. Мальчик. Слушаюсь. Да. Давай же скорее. Сейчас, я мигом. Хорошо. Сними с меня туфли. Да? И раз уж ты здесь, найди мне лак для ногтей. Я хочу сделать педикюр. Мадам! Сладкий мой, как насчет свидания? 7 декабря 41-го? Да-да, хорошо. Люблю, когда они разыгрывают неприступность. Три! Я выиграл. Камень рвет бумагу. Не, камень тупит ножницы. Когда это правило поменялись? Так было всегда, чугунная голова. Бумага оборачивает камень, стало быть, я выиграл. Чем вы заняты? А? Следите за радаром. Быстро ко мне. Где-то что-то течет? Это вы называете стоять на страже? Мы следим за Десмондом. Энди. Ты откуда? Не бойтесь, я соблюдала осторожность. Мне надо вам кое-что сказать. Что там у тебя стряслось? Не забывай, мы из-за тебя рискуем жизнью. Сегодня будут танцы. Танцы? Ух ты, ура! Качели? Электрический каток. Пушистые котята? Пушистые котята? Кто сказал жареные цыплята? Я не говорила. Зато будет город игр. Припроводите нас туда. Сперва мы проводим нашу племянницу в ее комнату. Пусть разбирается с Десмондом. Отправляйся к себе. А это я оставлю себе. Невозможно, ребенок. Под ноги смотри. Привет, куколка. Пока, клоун. Стой. Я прощаю тебя за видеоигры. Неужели? Эй, не надо грубить, а не то я не приглашу тебя на танцы. Ой, как страшно! У меня теперь новый друг. Тоже ничего себе. Лучше меня? Лучше. Бледный, лысый, над кладбищем летает. Все равно ты будешь танцевать только со мной, куколка. Джош, ты отстал от жизни. Надо идти в ногу с новым веком, понял? Что это такое? Да ты что, с ума сошел? А ну-ка иди охладись! Счастливого плавания! Никто не имеет права издеваться над Джошем! Ну что, Карнак, ты ее нашел? Проклятие, продолжай искать! Привет, Саманта! Чем порадуешь? Очень плохо. Черт побери! Зеркальный мой, покажись. Чего орешь? Атласный мой, ты точно не знаешь, где Венди? Нет совсем силенок, гибну за грехи я. Поиски девчонок не моя стихия. Но один остался радующий признак. Венди повстречался... Добродушный призрак, что ж, очень хорошо. Скажи, чтоб так не крахмалили белье. Ну, это уже слишком. Тебе понравилось? Очень. Научи меня таким фокусом. Каспер, неужели добродушный призрак решил пугать людей? Ущипните меня! Ну так что, малыш, зловещий вой? Перемещение эктоплазмы? Кругосветная пицца? Нет, пожалуй.
перевоплощение. В самую точку попал, умник. В этом нам равных нет. Мы чемпионы по вселению в лиге. Да, я знаю. Правда, я прочел в книге рекордов, что ваш рекорд побит. Что? Ребята, отвоюем наш титул? Не хотите пойти на танцы? Годится. Пошли, ребята, найдем себе телесное оболочки. Да. Вперед. Пошли. Эй, ребята, давайте бросим старых фавориток и поищем романтических приключений, а? Да, богатых курортниц, которые тают, да, на танцплощадке, точно, как плитки шоколада. Верно точно, говорю? Точно, конечно. Да. Эй, куда это подевался мой загар? У меня болезненный вид. Почему мне всегда толстяки достаются? Ой, как тут темно! Все в порядке? Каспер, заводи таймер. Время! Стенка на стенку, пошли, милая. В конце концов, ничего страшного не случится, если мы ненадолго отвлечемся от насущных забот. Пора бить рекорды, ребята. Давайте смешаемся с толпой. Давайте, я беру район буфета. Что такое? Ну, что это? Бесстыдно, нахал! Тетки меня заперли. Ты когда-нибудь вылезал в слуховое окошко? Мне ни к чему. Да ну тебя, исчезни. Как наш план? По графику. Дивная еда, дивная вода, дивная игра. Что за... амбре? Ой, это от меня. Надо избавиться от этого аромата. Запах. Фу, какой вы мерзкий. Вау.
боже мой. Пардон, мадам, вы не слишком вежливы. Не, я ему говорю, как это пингвины не летают? И тогда Нанук берет свой кожаный мешок и... Не стряхивай крошкой, неизвестно, может, еще проголодаешься, а есть нечего. Отойдите от меня. Иди сюда, малыш, ты один. А нас трое. Выбирай одну и оторвемся. Простите, я пришел не один, извините меня. Извините, я ухожу. Звони, куда же он? Звони. Переходи ко второму этапу. Простите, извините. Вот и ноты. Уже теплее? Может, перевоплощение виноваты, но дамочки очень даже хрустящие. Полностью согласен. Встряхни меня, детка. Позвольте пригласить, мадам. Пошел вон. Мужчины так не приглашают. Ух ты. Ух ты, ух ты! А так, спляшем, тощенькая крошка? Смотрите, какой он прелестный! В жизни не встречала такого приземленного обаяния. У меня дух захватывает от вас. Ну и фиг с ним, потанцуем. Да. Смотри, Каспер, кажется, они поладили. Мы славно потрудились. Пойдем со мной, Венди. Вот она. Поглядим, что у нее за новый друг. Ой, Каспер, что с тобой? Я просто подумал, может, и нам потанцевать. Правда? Ну, давай. Прямо здесь? Сейчас? Нет, вон там. Хорошо. Подожди, я только переоденусь. Ой, ух ты, вот это магия. Постой, постой. Меня зовут Бу. Джеймс Бу. Черная бабочка. Потрясающе. Ну, идем? Ну, вперед, бестелесный. Я не очень хорошо танцую, особенно когда на меня смотрят. Постой. Вот так лучше. Ты здорово танцуешь. Во всяком случае, на ноги партнерши не наступаю. Лучше танцевать одной, чем со мной, да? Кто это? Да так, никто. Что-то не похоже.
Булочку. Не возражаю. Какой божественный аромат. Это новое зелье. То есть зелье. Корень баобаба, молоко летучей мыши и чеснок. О, вы знаток. Да-да-да-да-да. Сбросим напряжение. А выпивка за мой счет. Что? Голубь сказал памятнику. Что? Простите, на вас случайно нет серого помета? Классный остряк. Как бы там ни было, но с людьми бывает весело. Что? Что это с вами, друзья? Старая спортивная травма. А ну вставай! Мы никак не можем выгнать этот ритм из организма. Боже мой, как я люблю танцевать! О, иди сюда! Эй, что с вами случилось? А, это что, новый степ? Ладно, все в порядке. Что происходит? Боже мой! Что вы делаете? Пошли! Ты посмотри! Боже, что с ним? Боже! Боевой парень мне достался! Все слишком затянулось, они теряют контроль! Покажите нам дикие движения! Что вы делаете? Вы видели? Что с ними? О нет, Каспер, от нашего плана остались одни клочья. Как у Гинденбурга. Мы веками так не веселились десятилетиями. Правда, девочки? Неделями. Да, девочки, этот союз заключен на небесах. Да, женихи хоть куда. Дошли. Друзья, постойте, погодите минутку. Давайте сделаем небольшой перерыв, пока тут все не разнесли. А, мальчики! Ну что, порядок? Смотрите! Смотрите! Что это с ними? Бежим! Привет, девочки! Вы знаете, у Каспера гениальная идея! Ты хочешь сказать, что гуляешь с этим рулоном туалетной бумаги? Да, отойди от нее, пока все тело бородавками не пошло. Но мы друзья! Нет, ни в коем случае. Я не позволю тебе водиться с этим облаком вонючего дыма. Вот еще выдумала. Неплохо звучит в устах ведьмы. Гремите своими цепями. Лейте свои зелья. Убирайтесь вон, воздушные ошметки. Мы пришли пугать таких вот престарелых красоток. Именем великого чародея Ногамо приказываю превратить этих духов в вонючие мешки. Да, подождите, что один. Вы не посмеете. Два. Пока. Три. Что это значит? Это блеф. Ого! О чем ты думаешь, дитя? Или не понимаешь, что эти призраки наши враги? Каспер, не враг нам! Девочки, нам здесь делать больше нечего. Да. Найдем другое укрытие. Нет, мне тут нравится. Уж извините, но я найду Каспера и все улажу.
Нет, аленькая, шагом марш в свою комнату. Каспер, встретимся здесь через 5 минут. Понял. Эй, ведьмины черви, как я мог к ней прикоснуться? Ты прикасался как к пирожному. Оу, пропадай, моя эктоплазма. Каникулам конец, ребята. Чтобы вернуть самоуважение, мы должны выгнать отсюда этих ведьм. Эй, Каспер! Осторожно, вазу не разбей. Давай законспирируемся. О, мы все испортили. И не говори. Будем держаться вместе, Каспер. Дядюшки запретили мне с тобой встречаться. У вас убийственная магия. Но я не могу ею воспользоваться. Не понял. Понимаешь, дело в том, только обещай никому не говорить, слышишь? Даю честное слово. Я прочла об этом в интернете. 100 главных преступников. И первым в списке стоит злодей Десмонд Колдуин. Он супермен и охотится за мной. Зачем? Понятия не имею. Но если я или мои тетки воспользуемся магией, он найдет и уничтожит нас, ясно? Уничтожит как? Есть один крайне надежный способ. Называется таинственная бездна. Все, что туда попадает, бесследно пропадает. Навсегда. Не может быть. Пригнись. А? Слава богу, вечеринка окончилась. Гав-гав! Хорошая собачка. Сидеть? О, боже. Понял, почему мои тетки не могут дать бой твоим дядькам? Да, это плохо. Ты попробуешь отговорить дядюшек о схватке с нами? Тогда мне не придется уезжать. Прошу тебя. Да, только у меня на них никакого влияния. Каспер, это вопрос жизни и смерти. Я попробую, Венди, не сомневайся. Я все улажу. Никому ни слова насчет магии. Понял? Обещаю. А? Ой! О, боже! Так, слушайте, я должен сказать одну вещь. Вот он, предатель. Но погоди, у меня воздушный мешок. Из-за тебя нас чуть убили, опять. Вы делаете поспешные выводы. Проснись, понюхай розы в гробу, ведьмы очень опасны. Надо напасть на них, пока они нас не уничтожили. Ни в коем случае, я вхожу в эту семью и говорю вам, отступитесь. Пожалуйста. Кем ты себя возомнил? Нам лучше знать. От ведьм добра не жди. Нет, мы не отступимся. В атаку, немедля. Вперед! Вперед! Постойте, нет, но я... Постойте. Что, ты их защищаешь? Они не могут пользоваться магией. Как ты сказал, не могут? Так ведьмы беспомощны. Ребята, пришел час возмездия. Вперед! За пороганную честь. А то скоро есть пора. Нет, стойте! Я обещал, что ничего не будет! А, подождите! Ай, стойте! А-а-а! Уж не отравился ли, малец? Видите, покраснел весь. Вот она главная, наш шабаш. Что вам надо? Сущий пустяк. Это наш дом отдыха, ясно? Иду по стопам Майкла Джексона. А? Да, боливар не выдержит двоих. Мне одному-то места мало. Знаете что? Уматывайте отсюда, пока мы не превратили вас в пакет памперсов. Да.
А нам известно, что вы теперь с магией не в ладах. Что? Ой, тетечки, Каспер вам сказал. Да, всыпьте в котел и помешайте. Так что вы нас не испугаете. Мы вас испугаем. Вот их, ребята. Не могу двинуть рукой. Эй, Десмонд, есть сигнал! Попалась, гнусная букашка. Я тебя уничтожу. Пора рассеять твои чары. Маленькие зубки на меня вздумала точить. Нет, не выйдет. Подумай хорошенько, безумный эквилибрист. Бархатный мой. Выметайтесь отсюда, призрачные отбросы! Ой, что это? Пойдем посмотрим. Пошли. Венди, ты спасла нас. Да, ну, конечно, никто не смеет обижать мою родню. Да, да. Кроме меня. Тихо. Венди, Венди, кровиночка наша. Как ловко она выставила призраков. Венди, умница. Да, да. Молодец, девочка. Да, да, да. Извините, мне очень лестно, только я должна вам кое-что сказать. Нет, племяшка, сегодня обойдись без плохих вестей. Устроим праздник. Чтобы спасти вас, мне пришлось взять в руки волшебную палочку. А? И Десмонд, наверное, уже летит сюда. Низкий тебе поклон. Собирайте вещи. Ах. Не фрукт и не овощ. Помидор – это ягода. Да, а твой отец гуманоид, потому что ты прибыл с другой планеты. Зато я прибыл с багажом знаний. Помолчите! Когда я разделаюсь с ведьмами, превращу вас в компот с булочкой. Лэнди, мои дядюшки уже летят. Спасибо за предупреждение, они сами откланялись. О, нет. Ах, да, откуда они узнали, что мои тетки не могут с ними сразиться? Лэнди, я... Так-то ты мне помог? Нарушил клятву, выдал мою тайну. Эх ты! Как ты мог? Я думала, ты мне друг. Я друг, дай объяснить. Нет, видеть тебя больше не желаю. Проваливай, пока я не превратила тебя... Венди, я... Нет, убирайся вон! Опять этот парень. Мне Венди не давала играть с волшебной палочкой. Значит, она его любит больше, чем меня. Все, этот проклятый племянник виноват. Из-за него мы все в гипсе. Yeah.
Спасибо, половая тряпка. Ты привел нас в ловушку. Да, эти метелки нас навечно опозорили. Я все испортил. Вот именно, Каспер. Да я про ведьм. Теперь злодей отыщет их. Им надо уносить ноги. Ведьмам нужно помочь. Мы? Помогать ведьмам? Ни за что! Никогда! Ни воды, ни еды, ни веселья! Вы делаете людям пакости и любуетесь собой. Но сегодня кое-что для вас изменилось, и вы уже этого не забудете. А? Вам понравились эти ведьмы. Да нет, мы только притворялись. Ступайте, обыщите все и найдите ее. Скорее, Аленькая, пора садиться на метлу. Мне надо найти палочку. Брось она ее, была здесь. Мы в опасности. Бери чемодан. Но давай, она была давай, здесь. Давай, давай. Я как должна ты ее понимаешь? Найти. У тебя нет времени. Иначе на поиски. Иначе потеряй свою волшебную Никаких силу. Никаких но. Вперед. Пожалуйста. Ведьмы, вы готовы? Да. Поглядим вот здесь. Да, это мысль. Вам телевизор привезли? Это они. Вылетим в окно. Нет, нельзя. Они нас заметят. А что же нам делать? У меня идея. Зачем тебе телевизор? Да не мне. А я все фильмы в мозгу кручу. Берегитесь. Эй. Прошу прощения, вы ведьм здесь не видали? Но, близы. Мы из обслуги. Ой. Нет, кажется, принесла. Тихо. Ну? Они туда пошли. Спасибо. Бе. Погодите, давайте снимем эти тряпки с себя. Хорошо. Один, два, три. Все, пошли. Пойдем. Уже уезжаете? Бежим! Бежим скорее! Ой! Боже мой! Страшно! Ой! Да не так, что же мы делаем? Еще один! Не с места. Да. Это ты, серая страшная Венди? А ты, глупец, который за мной охотится. Чего тебе надо от меня? Дело вот в чем, детка. Оракул сказал, что твои чары сильнее моих. Ее? Вот и я удивился. Однако оракул никогда не ошибается. Верно? Да, господин, никогда. Я столько сил потратил на поиски. Как же вы так долго обходились без магии? Да вот, пришлось сесть на диету и... Его это не касается. И то правда. Скоро я выброшу вас из головы. Кстати, как прическа? Не очень, один волосок выбился. О, спасибо. Стойте, вам нужна я, зачем же вам они? Если я избавлюсь от тебя, то я же не смогу оставить живых твоих родных. Они ведь будут жаждать мщения. Минутное дело. Повремени, осел! Кто осел? Каспер, ты вернулся! Надо гаду я. Ну как? Оракул что-то говорил про привидение, но не думал, что про такое. Оставь Венди в покое. Призрак защищает ведьму. Век живи, век учись. Ой, не трогай его! Ну надо же, как это трогательно. Будь у меня палочка, я бы стерла у тебя с лица эту ухмылку. Да? Очень жаль, верно? Да.
Каспер! Ну, это уже становится скучно. Пачка Венди. Посмотрим, как вы обойдетесь без вашей палочки, мисс Выскочка. Я вообще-то не привык пугать людей, но это особый случай. О, как ветром сдуло. Из дворцов Куколумы к берегам Сенаде. Призываю вас, темные силы, надо гаду яда, вверенный мне властью, ну и так далее. Отворитесь, врата ужаса. Куда попадет, тот навек пропадет. Очень удобно. Венди! Каспер! Я тебя вытащу! Вот так! Схватить его! Гнусный мальчишка, стой! Я поймаю его! Каспер, ко мне! Сюда! Сюда! Скорее, ко мне! Ты это ищешь? А? Что, неплохо? Но до меня тебе далеко, детка. Помогите! Помогите! Венди! Венди! Помогите! Держись, Венди! Держись, серенькая! Помогите! Венди! Венди! Держись, мы идем, Венди! Не спешите к Венди, ведьмы! Помогите! Помогите! Моя миссия окончена. Не уйдешь! Каспер! Каспер! Венди! Они затравили Венди! Помоги мне, Каспер! Помоги!
тебе. Я чайник, вот какая штучка. Вот это носик, это ручка. Бурлит вода внутри меня. Дружок с ним меня, Саня. Колдуем все как одна. Десмонд проклятый получит сполна. Да! Ты растрепала мою прическу, а я собрался на подиум. Я восхитительна. Я отвратительна. О, я омерзительна. Пошли скорее отсюда. Я превращу вас в удобрение. Венди все еще там! И Каспер! Держитесь, малыши! Мы вас выручим! Мы поддержим дверь! Доставайте детей! Каспер! Помоги мне! Помоги, Каспер! Держись, Венди! Держись, девочка! Венди, держись! Держись! Вытащи меня, вытащи! Помогите! Держись, Венди, мы вытащим тебя! Вытащим! Еще немного! Венди! Венди, аленькая! Венди! Аленькая, что с тобой? Венди! Аленькая, что с тобой? Очнись, говорю! Ах, Венди! Обними меня, и я встану! Венди! Венди! Я люблю вас. Вы мои. Ты живая. Девочка. Я знал, что вы придете. Не одному ж тебе веселиться, Каспер. Пойдем позавтракаем. Да, возьмем гренки в сиропе. Знаешь, как называют гренки в Париже? Тосты. Нет, нет, пропащий хлеб. Французы берут для гренок черствый вчерашний хлеб. Он лучше впитывает яйцо. Мои сестры и я хотим подлигорядить. Поблагодарить. Мои сестры, я хотим поблагодарить вас за наше спасение. Да. Да, пожалуйста, только больше на нас не рассчитывайте. Да-да, не перебивай. И я хочу сказать, что мы рады были познакомиться с вами, ведьмочки, девочки. Правда? Спасибо. Внимание, внимание. Слушайте все. Последнее известие. Десмонду конец. Венди величайший из великих. Она? Величайший из великих? Да. Она сделала то, чем никто не мог похвастаться. Подружилась с призраком, поэтому я выбираю ее. В будущем она станет королевой. Извольте относиться с уважением. Да здравствует Венди. Да. Молодец, малышка. Ура, Венди президент. Ну, девочки, нам пора в дорогу. Давайте еще разок разыграем газетчика. Да. Простите, судья не примет этого внимания. Прости, Венди. По метлам. Венди, постой.
Улетаешь, значит. Мы тоже. Давай прощаться. Да, пора. Я только хотел тебе сказать, что буду по тебе скучать. Да ладно тебе. Вытащишь другую девчонку из бездны и позабудешь про меня. Вон какое веселье мы тут устроили. Теперь люди иначе будут к нам относиться. Может быть. Точно тебе говорю. Ну, полетели. Пока, призрак. Пока. Один, два. Вперед! Прощайте! До свидания! Прощайте! Нет-нет, мои практиканты. Держите перекладину ровнее, чтоб гости головой не ударились. Вы что, только вчера родились? Ну, этот парень покруче Десмонда будет. Новый метла чище метет. Да. Я взял на себя труд Каспера, видите? Очень мило. Тебе это на пользу. Был вечер тяжелого дня. Прощай, курорт Лучезар. Обстановка здесь очень дружелюбная.